Здравствуйте! Сегодня хотел бы сделать видеообзор про арбалет Скальд компании Interloper, сила натяжения 43 кг. А после Койота захотелось балочник. Выбор пал на Тактик. Пришел я в магазин, подержал. Ну, не лежит он у меня в руках. Тут рядом Скальд. Разница у них только приклад. Вот. И он лег мне как родной. Вот. Перед покупкой ждал где-то полгода, вдруг какие скидки будут. И тут Interloper сделал скидки на Скальд. Спасибо вам большое. Скальд я выбрал потому, что он самый компактный в своей линейке. Плечи у него, размах плеч 42 сантиметра. И у него отличная точность. Хотел и использую для развлекательной стрельбы. Использую я стрелы на 20 и 22. Вот. Стреляю 4 месяца, нареканий нет. Хочу сказать о минусах. Когда прислали арбалет, не фиксировалась рукоять вот в этом положении. Пришлось дорабатывать самому. Еще плотно прилегала тетива к направляющей и стирала краску с направляющей. Пришлось поднимать на несколько миллиметров. Еще у него неудобный прицел. Я его пристрелял на 10 метров. Ну, его хватает где-то для стрельбы на 60 метров. Вот, я приловчился, и теперь у меня получается отлично. Вот. Плечи на 43 килограмма показывают отличную пробивную способность. Скорость вылета стрелы 75 метров в секунду. Увеличить скорость можно подкручиванием тетивы. Отличный арбалет за свои деньги. Хотел сказать про тюнинг. Так выглядит арбалет в стандартной комплектации. Ну, у меня без ремня. Вот так выглядит арбалет после самодельного тюнинга. Сделал успокоитель тетивы самодельный, а виброглушилки, боковое крепление кивера. На мой взгляд, очень удобные. Вот. И это еще не предел, что можно сделать с Тактиком, со Скальдом. Тренируюсь по скоростной стрельбе из арбалета. Пойдемте посмотрим. Ну, думаю, неплохо при быстром темпе. Расстояние 25 метров. Мои впечатления. Очень доволен арбалетом. Отличный арбалет, отличное качество. Всем советую. Он стоит своих денег. Всем спасибо. Пока.